В Балаклаве планируют снести еще один большой недострой. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры в отношении нескольких объектов по адресу Таврическая набережная 32, сообщает интернет-портал «Форпост». Департамент городского хозяйства заявил, два строения площадью 143 и 370 квадратных метров, а также недостроенный офисно-отельный комплекс площадью 542 квадратных метра выступают на участок, который не предназначен для строительства. Ведомство придерживается позиции, что они возведены самовольно и подлежат сносу. Истец просит обязать севастопольскую компанию «Себры» провести демонтаж. Вероятно, она и является собственником спорных зданий. Иск департамента официально принят к производству. Предварительное судебное заседание назначили на начало сентября.